Рада приветствовать вас на уроке русского языка. Сегодня у нас новая тема. Называется она «Москва. Город книг и типы простых предложений». Итак, цели урока – развивать логическое мышление, навыки самостоятельной работы, развивать устную и письменную формы речи с опорой на текстовые задания и упражнения, совершенствовать знания студентов о типах простых предложений по наличию главных и второстепенных членов предложения, развивать у студентов умение определять главные члены предложения, использовать конструкции из текстов связной речи, познакомить с содержанием текста, способствовать реализации в связной речи выражения из текста. Итак, наша тема. Типы простых предложений. Что же такое предложение? Предложение – это основная синтаксическая единица языка. Предложением называется слово или несколько слов, в которых заключается сообщение, вопрос или побуждение. В зависимости от того, хочет ли говорящий что-либо сообщить, рассказать или спросить, или приказать, попросить. То есть, в зависимости от цели высказывания, предложения делятся на три группы. Повествовательные, вопросительные и побудительные. Повествовательными называются предложения, служащие для сообщения, рассказа о чем-либо. Например, «Уж совсем стемнело». Вопросительными называются предложения, служащие для выражения вопроса. Например, «Скажи, которая Татьяна?» Побудительными называются предложения, служащие для выражения побуждения совершить действие. Побуждение может иметь характер приказа, пожелания, просьбы, совета и так далее. Например, «Откройте двери», «Возьми бумагу», «Садись, пожалуйста». Каждое из указанных предложений может сопровождаться выражением какого-либо сильного чувства – радости, удивления, гнева. Предложения, сопровождаемые выражением сильного чувства, называются восклицательными. В конце этих предложений мы обязательно ставим восклицательный знак. Такие предложения произносятся с особой интонацией, резким повышением и усилением голоса. Например, «Как чист и нежен облик юного лица!» Слова и словосочетания, из которых состоит предложение, связанные между собой по смыслу и грамматически, называются членами предложения. Каждый член предложения может быть выражен различными частями речи. Члены предложения делятся на главные и второстепенные. Главные члены предложения – это подлежащее и сказуемое. Подлежащее – это главный член предложения, который обозначает предмет речи, он связан со сказуемым и отвечает на вопросы именительного падежа «кто» или «что». Сказуемое – это главный член предложения, который зависит только от подлежащего и обозначает его признак или действие. Сказуемое отвечает на вопросы, что делает предмет, что с ним происходит. Например, «Белеет парус одинокий в тумане моря голубом». В данном предложении у нас парус «что» – это подлежащее,
Что делает парус? Парус белеет. Белеет – это сказуемое. По количеству грамматических основ существует два типа предложений. Это простое предложение, которое мы сегодня будем с вами проходить, и сложное предложение. В простом предложении всегда одна грамматическая основа. Например, листья в поле пожелтели. Ребята, мы с вами знаем, что такое грамматическая основа, да? Это подлежащее и сказуемое. То есть здесь в данном предложении слово «листья» что? Это подлежащее. Пожелтели, что сделали? Это сказуемое. Здесь одно подлежащее и одно сказуемое. Значит, одна грамматическая основа. И это простое предложение. В сложном предложении две или несколько грамматических основ. Например, моросит дождик, веет ветер. Дождик что делает? Моросит. Дождик подлежащее, моросит сказуемое. Веет ветер. Ветер что? Ветер. Ветер что делает? Веет. Ветер подлежащее, веет сказуемое. Здесь два подлежащих и два сказуемых. Поэтому это предложение называется сложным. Предложения, грамматическая основа которых состоит из одного главного члена, называются односоставными. Односоставные предложения с главным членом сказуемым делятся на определенно личные предложения, сказуемо которых выражены глаголами в первой форме первого или второго лица, указывающими на совершенно определенное подлежащее. Например, «люблю дымок спаленной жнивы». В этом предложении «люблю» – это сказуемое. Здесь нет подлежащего. Неопределенно личные предложения, сказуемое которых выражено глаголами в форме третьего лица настоящего, будущего времени или множественного числа прошедшего времени. Например, по улицам слона водили. Что делали? Водили. Видите, слово «водили» – это сказуемое. Оно во множественном числе и прошедшем времени. Что новенького в газетах пишут? Что делают? Пишут. Здесь тоже одно сказуемое во множественном числе. В таких предложениях обращается внимание на само действие, а не на лиц, которые его производят. Эти лица мыслятся неопределенно. Обобщенно-личные предложения указывают на обобщенное лицо, но не называя конкретных лиц. Они относятся к каждому. Сказуемое выражается глаголами в форме второго лица единственного числа и третьего лица множественного числа. Например, «береги честь с молоду». «Береги». «После драки кулаками не машут». «Не машут». Итак, безличные предложения. Предложения, в которых нет и не может быть подлежащего. Например, «его знобило». «Здесь так душно». «Вам не видать таких сражений». В безличных предложениях сказуемое чаще всего выражается безличными глаголами. «Рассвело», «знобило», «светит» и наречиями на «о», обозначающими состояние душно, пустынно. Односоставные предложения, грамматическая основа которых состоит из одного главного члена подлежащего, называются назывными. Например, тайга, река, откосы гор. Двусоставное предложение. Что же это такое, ребят? Двусоставное предложение – это когда предложение состоит из двух главных членов – подлежащего и сказуемого. Например, «шторм бушевал вторые сутки». Что? Шторм. Шторм что делал? Бушевал. Шторм подлежащее, бушевал сказуемое. То есть в этом предложении –
Два главных члена – и подлежащие, и сказуемые. Поэтому это предложение является двусоставным. Предложения могут быть полными и неполными. Полное предложение – это предложение, в составе которого имеются все члены предложения, главные и второстепенные, необходимые для понимания его смысла. Неполное предложение – такое предложение, в котором опущены те или иные члены предложения, легко восстанавливаемые по смыслу. Например, человеку свойственно ошибаться, глупцу настаивать на своих ошибках. Во втором предложении пропущена часть составного сказуемого «свойственно». Глупцу свойственно настаивать на своих ошибках. Давайте сейчас мы с вами поработаем с упражнениями. Итак, упражнение первое. Найдите главные члены предложения в тексте «Летний дождь». Итак, стоит дождливый летний день. Земля жадно впитывает влагу. Лес притих под дождем, задумался. Ковер из прошлогодних листьев и хвои становится мягким. Деревья и кусты покрыты дождевыми каплями. Но вот выглянуло из-за туч солнце. Лес загорелся алмазными искрами. Дождь обновил природу, вернул ей свежесть и красоту. Итак, ребят, давайте мы с вами сейчас найдем подлежащее и сказуемое. Давайте посмотрим. Итак, первое предложение. Стоит дождливый летний день. День. Что? День. День что делает? День стоит. Подлежащее день, сказуемое, стоит. Земля жадно впитывает влагу. Что? Земля. Земля что делает? Земля впитывает. Здесь у нас подлежащее земля, а сказуемое впитывает. Лес притих под дождем, задумался. Что лес? Лес что сделал? Притих и задумался. Ковер из прошлогодних листьев и хвои становится мягким. Что ковер? Что делает? Становится. Деревья и кусты покрыты дождевыми каплями. Деревья, кусты – это подлежащее, покрыты – это сказуемое. Но вот выглянуло из-за туч солнце. Солнце. Что? Солнце что сделало? Выглянуло. Лес загорелся алмазными искрами. Что? Лес. Лес что сделал? Загорелся. Дождь обновил природу, вернул ей свежесть и красоту. Что? Дождь. Дождь что сделал? Обновил и вернул. Итак, упражнение второе, ребята. В этом упражнении надо сперва выписать сначала односоставные предложения, затем двусоставные предложения и подчеркнуть в этих предложениях главные члены. Это подлежащее и сказуемое. Итак, люблю грозу в начале мая. Наша улица тянулась вдоль реки. Без труда не вынешь рыбки из пруда. Ярко светит весеннее солнышко. Все узнали об этих мужественных людях из газет. Ветром сорвало крышу. Цыплят по осени считают. Мы сидим у костра и греемся. Нас встретили в аэропорту. Давайте теперь с вами посмотрим. Итак, односоставные предложения. Люблю грозу в начале мая. Это у нас односоставное предложение. Почему? Потому что здесь один главный член. Это сказуемое. Люблю. Подлежащего в этом предложении нет. Цыплят по осени считают. Здесь тоже у нас какой главный член? Правильно, сказуемое. Что делают? Считают. Без труда не вынешь рыбки из пруда. Здесь у нас сказуемое не вынешь.
ветром сорвало крышу. Что сделало? Сорвало. Здесь тоже одно сказуемое. Нас встретили в аэропорту. Что сделали? Встретили. Встретили – это сказуемое. Итак, эти предложения, они односоставные предложения. Почему? Потому что у них только один главный член – это сказуемое. Теперь давайте рассмотрим двусоставные. Ярко светит весеннее солнышко. Что солнышко? Солнышко что делает? Светит. Здесь и подлежащее, и сказуемое. Все узнали об этих мужественных людях из газет. Кто? Все. Что сделали? Узнали. Наша улица тянулась вдоль реки. Что? Улица. Что сделала? Тянулась. Мы сидим у костра и греемся. Кто мы? Мы что делаем? Мы сидим и греемся. Итак, в этих предложениях, ребята, у нас и подлежащее, и сказуемое есть. Поэтому эти предложения считаются двусоставными. А сейчас мы с вами перейдем к нашему основному тексту. Я хочу вам рассказать немножко о первой книге, ребята. Итак, «Москва. Город. Книги». Москва – город книги. В Москве стоит памятник первопечатнику Ивану Федорову, который в 1564 году напечатал «Апостол», первую на Московии русскую датированную книгу. Вот, можете посмотреть. Это памятник Ивану Федорову. Иван Федоров, годы его жизни 1510-1583 годы. Настоящее имя Иван Федорович Московитин, основатель книгопечатания в России. Русский первопечатник. Первая книга, первая русская печатная книга – это «Апостол» Ивана Федорова, изданная в 1564 году в Москве при Иване Грозном. Книга «Апостол» – это часть Библии. Вот, можете посмотреть. Вот раньше, значит, так выглядели первые книги. Проходя по бывшей Никольской улице, ныне улица 25 лет Октября, читается, можно увидеть причудливое здание. Здание печатного двора. Вот, вы сейчас видите вот это вот здание, оно, правда, очень старое. А когда-то типографии, в которой набирался и печатался «Апостол». Разумеется, вид здания с годами изменился, так как печатный двор горел, восстанавливался, расширялся и пристраивался. Сейчас печатный двор в Москве выглядит вот так. В этой типографии в 1703 году вышла первая русская печатная газета «Ведомости о военных и иных делах». Вот, вот так вот выглядела наша первая русская газета. Отсюда в 1708 году вышли первые две русские книги, напечатанные новым гражданским шрифтом, введенным царем Петром I. Здесь, ребята, мы с вами можем увидеть печатный станок. Иван Федоров сам строил печатные станки, сам отливал формы для букв, сам набирал, сам правил. Много труда ушло на изготовление различных заставок, рисунков. Москва – колыбель русской печатной книги и русской литературы. Здесь родились Пушкин и Лермонтов, Грибоедов и Достоевский, Герцен и Островский и многие другие замечательные писатели. Может быть, поэтому
В Москве так много любителей и собирателей книг. В Москве не найти ни одной квартиры, в которой не было бы полки, заполненной книгами. Впрочем, книгу любят во всей стране. Книгу любят и собирают ученые, писатели и художники, врачи и инженеры, рабочие и колхозники. Ребята, здесь вы можете посмотреть это здание библиотеки. Это государственная библиотека СССР по имени Ленина. Ну, об этом я вам расскажу на следующем уроке. Мы с вами остановимся на этой теме обязательно. Сейчас я хотела бы, чтобы мы с вами определили значение слов. Что же такое слово «датированный»? Датированный – написанная дата на чем-нибудь. Что такое шрифт? Шрифт – типографические литеры определенного размера и рисунка для набора, а также отпечаток их. Колыбель – место возникновения чего-нибудь. Апостол – церковная книга, содержащая так называемые деяния и послания апостолов. Этажерки. Этажерки – это предмет мебели в виде полок на стойках. Стеллаж – ряд полок в несколько ярусов. Вот вы можете посмотреть наш текст. «Москва – город книги». В Москве стоит памятник первопечатнику Ивану Федорову, который в 1564 году напечатал «Апостол», первую на Московии русскую датированную книгу. Проходя по бывшей Никольской улице, ныне улица 25 лет Октября, можно увидеть причудливое здание печатного двора, когда-то типографии, в которой набирался и печатался «Апостол». Разумеется, вид здания с годами изменился, так как печатный двор горел, восстанавливался, расширялся и пристраивался. Из этой типографии в 1703 году вышла первая русская печатная газета «Ведомости о военных и иных делах». Отсюда в 1708 году вышли первые две русские книги, напечатанные новым гражданским шрифтом, введенным царем Петром I. Москва – колыбель русской печатной книги и русской литературы. Здесь родились Пушкин и Лермонтов, Грибоедов и Достоевский, Герцен и Островский и многие другие замечательные писатели. Может быть, поэтому в Москве так много любителей и собирателей книг. В Москве не найти квартиры, в которой не было бы полки, заполненной книгами. Впрочем, книгу любят во всей стране. Книгу любят и собирают ученые, писатели и художники, врачи и инженеры, рабочие и колхозники. Ребята, сейчас я вам покажу, то есть домашнее задание. Вы должны будете обязательно сделать это домашнее задание. Первое. Пересказ текста «Москва – город книги». Второе. Выписать из текста 3 односоставных и 3 двусоставных предложения. Найти и подчеркнуть в этих предложениях главные члены предложения. Подберите синонимы к словам. Это третье задание. Синоним к словам «причудливые», «горел», «восстанавливается», «расширялся», «любить», «ученые». Ответьте письменно на вопросы. Почему Москву называют колыбелью русской печатной книги и русской литературы? Что говорил о книге Горький? Какие высказывания о книге вы знаете? Когда вышла первая русская печатная книга? Почему так много читателей? Читаете ли вы книгу? На все эти вопросы вы должны будете ответить письменно. Дополнительную информацию вы можете посмотреть в данной литературе. Спасибо за внимание. До новых встреч!